Карлос, ты меня слышишь? Джилл, слава богу. Ты как? Я в норме. Оторвалась от него. Отлично. Метро снова работает. Ждем тебя и уезжаем. Пользуется оружием? Нужно выбираться отсюда. Карлос, это Джилл. Как слышно?
Слышно хорошо. Ты в порядке? Да. Ублюдок мертв. О, заебись. Но чем ты думала? Делай из себя наживку. Тебя могли убить. Ой, не начинай. Так было надо. Понимаю. И спасибо. Поезд готов. Поторапливайся. Черт, Джилл! Кендо, ты в порядке? Пиздец, в каком порядке. Прости, нервы. Не знал, чего ожидать. Все путем. Слушай, мы эвакуируем людей на метро. Ты с нами? Метро? Ну, хороший вариант. Как выберемся, нужна будет помощь. Твои навыки пригодятся. Что не так? Ничего, просто у меня остались дела. Да. Ты это, не волнуйся за меня, я что-нибудь придумаю, хорошо? Уж надеюсь. Ты оружейник от Бога? Да нет. Не натвори глупостей. А ну, для этого же есть ты. Удачи, Джилл. Если хочешь попасть на станцию, иди через... Ключ висит на стене.
Карлос, этот монстр снова вернулся. Шутишь, что ли? Думал, ты его убила? Я тоже. От гада. Беги на станцию. И привести его к вам? Все под контролем. Поверь мне. Цела? Давай, беги! Уходим! Забудь о нем! Идем! Валим отсюда! Я поначалу тебе не доверяла, но... Спасибо. Эй, ты же первая спасла меня. Ты куда храбрее, чем я. Ну, главное, что теперь мы всех отсюда вытащим. Да, ты будешь спасена. А как же ты? Судя по всему, я на поезд не сяду. Почему? Новые приказы.
И если это поможет спасти город, то я в деле. Отлично. Твоя репутация вполне оправдана. Запрыгивай, поезд скоро уходит. Карлос, Тайрелл, у вас приказ. Возвращайтесь в город и отыщите Натаниэля Барда. Это же не последний рейс из города, да? Не волнуйся. Как только высадим гражданских, поезд вернется. Все хорошо, езжай. Я не оставлю тебя в холодном и жестоком мире без Карлоса. Ага. Найдите этого ученого. Его вакцина может спасти всех нас. Ну вот, ты учишься. Важна лишь собственная жизнь. Удачи. Едем! Неужели ты думаешь, что книжный червь вроде Барда все еще жив? У меня свои источники. А что? Переживаешь за напарников? Или что-то еще? Забавно, что безмозглые зомби смогли поймать в засаду наш взвод. Ворота ведь были закрыты. Забавно же. Что это? Почему этот уёбок не сдох? Стой! Их нет! Давай, сюда! Николай, что ты творишь? А ему не я нужен. Николай! Прошло много времени. Поезд наверняка уже за городом. Поезд с твоей новой цыпой? Да не, брось. Она ведь такая... Так, не теряй голову, Ромео. Это полицейский участок. А ты уверен? Больше на кладбище похоже. Брэд, стой! Чи! Ну же, мужик, только не ты! Прости. Черт! Закрыто! Займись дверью, а уебок на мне. А ну иди сюда! Oh.
планы Старс. Это может пригодиться. Где этот коп? Не знаю и знать не хочу. У нас приказ. Если наши данные не врут, то Барт в офисе Старс. Найдем его и арестуем. Арестуем? Это же спасательная операция. Карлос, взгляни-ка. Я нашел офис Старс. Учти, Барт в курсе самых темных тайн Амбреллы, и он понимает, что мы не на чай зашли. Что-то эта спасательная операция все больше похожа на задержание. Хорошо. Я учту. Я открою для тебя двери. Хорошо. Будь здесь и следи за участком. Сообщу, если что увижу. Эй! Будь осторожен. Ага. Это еще что за хрень? Явно не зомби. Прием. Тут какая-то жуткая хрень. Не знаю, что это. Жуткая хрень? Ладно. Послежу за камерами. Будь осторожен. Thank you.
Жаль, этих тварей не убить вспышками. Понял. Придется сделать бум.
Привет, Уилла. Так-то лучше. Теплое полицейское приветствие. Что за странная ёбаная дверь? Оставь ее. Мы пришли за Бардом. Вроде чисто.
Это мо... Айо. Терминал накрылся. Отправляюсь к тебе. Понял. В укрытие. Ходим по одному, не толкаемся. Доктор Барт. О, наконец-то! Вы хоть представляете, как долго я ждал ответа? Спокойно, мы вас вытащим. Скажите, где вы? Я застрял в сраной больнице. Отродья окружили со всех сторон. Просто пришлите Старс. Они знают, что делать. Не выйдет. Участок полон тварей. Так разберитесь! Амбрелла рехнулась, убивает всех ученых. Я единственный, кто знает, как изготовить вакцину от зомби. Так что либо сидите там и дрочите, либо отправьте кого-то, кто сможет меня вытащить. А он душка. Еще какой. Ты все слышал? Мы не можем сдать его. Решать не нам, а Михаилу. Я попробую отследить его местоположение. Это займет время. Осмотрись, может, найдешь что полезное. Этот жил в первом ряду?
Да, это я. Авария? Все целы? Джилл? Вот, блядь. А? Что? Джилл, что случилось? Джилл, прием! Нужно бежать. Делай, что надо, а я найду Барда. Неужели только я вышла? Карлос, прием! Карлос! Черт, я вне зоны доступа.